Во, вот это уже норм. Привет! Тебе нужна самая лучшая и самая эффективная реклама твоего контента на YouTube? Не вопрос. Переходи по этой ссылке и получай желанное. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж на Ocean Beach и под дождем. Под дождем на Ocean Beach. Дадим люлей. Какого хрена ты не бежишь? Мать твою! Так, на правый shift бег. О, спасибо, ребят, что мне сказали. Так, я, короче, сейчас по фасту просто валю от седла. Интересно, если я на правый shift нажму, когда он будет ехать? А, это сигналит. Я думал, он быстрее поедет. Так, у меня, в общем, доступные миссии у Диаса, по-моему, да? Я уже забыл, как его зовут, к сожалению. И буковка С это север, да? То есть, получается, у меня на данный момент доступно задание только у мистера Диаса. Так, подождите, а какого хрена у него в море? А, это не в море, это, короче, получается на острове, да? Все, сейчас, короче, судя по всему, с этого момента начинаются самые такие... мозговыносящие миссии, потому что, насколько я помню, у этого дядьки на острове довольно-таки сложные задания выдаются на прохождение. Но ничего страшного. Так, я ничего не делал. Беги, беги, пупсик. Беги, 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 беги. Так, мне тут ничего не надо из оружия. Оружия тут, в принципе, вообще как-то тут мало. Магазинов с оружием, с амуницией и прочей вкусняшкой. Кстати, вообще очень плохо, что в GTA Vice City нету гаража, так называемого трансфендера, как это есть в GTA San Andreas, например, или в GTA 4. В GTA 4, в принципе, тоже нету трансфендера. Вообще, по-моему, тюнинг в подобных играх незаменим. Кто согласен, ребят, палец вверх. Потому что я сейчас чихну. Я сейчас чихну, ребят. Ой, я думал, организм меня разведет. Знаете, это такое... необычное чувство, когда ты вроде хочешь чихнуть, и тут понимаешь, что организм тебя развел. Вот, ты хочешь чихнуть? Нет, я всегда такой, азаза. Короче, приехали мы к мистеру Диасу, и миссия у нас называется как? А миссия называется... Элеонель 86, по-моему. Дебил! 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 Злой дядя. Томми, что, Рикардо? Эти идиоты, они всегда пытаются что-то сделать в бизнесе, это главная проблема. Чё ты творишь? У меня одни убытки из-за этих плохих дядей. Скоро каждый родитель будет думать, что он может продавать Галлова из Сити. А что дальше, а? Вонючая мафия? Их убежище — настоящая крепость. Поэтому Квентин, доставят тебя туда по воздуху. Вырежьте всех на куски. А ты чё творишь? Чё-то, видать, короче... Что ты делаешь? Я навел справки и стало очевидно, что этот Диас сорвал сделку и прикончил что-то там. Я справлюсь, Диас. Нет, послушай меня, Диас. У меня в руках... Он считает мне доверять. Чё-то я какой-то бред сейчас только что прочитал. Чё за... Эй. А, вот все норм. Кое-что меня озадачило. Почему ты назвался? Без понятия, мне всегда нравилось это имя. Квентин Вэнс. Вэнс? Значит, тебя зовут Лэнс Вэнс? Эй, я в школе уже сполна наслушался. Лэнс Вэнс, бедняга. Так, тут, кстати, где-то член должен быть на каком-то из домов. По-моему... Да, я помню, что здесь, короче, ночью на каком-то доме пиписька вырисовывается из фонарей. А вот в ту дырку можно прыгнуть на мотоцикле. Так, мне кого-то сейчас надо будет загандонить, что ли, или что? Так, почти прибыли. Мы сделаем пару заходов. Поэтому уничтожь столько врагов, сколько сможешь. Затем я тебя высушу, и ты продолжишь уже на своих двоих. Высажу. Хорошо. Лэнс. А, нет, писька находится где-то на первом острове. Взрыв. Я не знаю вообще, попадаю я или нет. Проклятие, по нам палит, избавься от тех стрелков. Да я пытаюсь, ты слишком нервно водишь вертолет. У меня уже ХП у вертолета снимается. Это плохо. Это very bad, guys. Так, где еще засранца? Что-то сенса какая-то дикая очень у вертолета. Не у вертолета, а у мышки. Сложно. Ну ничего, я справился. Мазафак бич.
Так, я сейчас полагаю, тут надо будет отстрелить всех засранцев в этих домах. В нас тут стреляют, чувак. Чувак, я знаю, что в нас стреляют. Да что ж ты не попадаешь-то? Так, загандонил. У меня, так, хп в порядке. Блин, сложно. Так, а давайте я настройки. Настройки, настройка управления. Настройка мыши. Чувствительность мыши давайте хотя бы на один поменьше сделаем, вдруг получше будет. Ну, конечно, разница неощутима, поэтому я думаю, что надо еще поменьше сделать настройку мыши. Сенса, во, на троечку. У меня в GTA San Andreas тоже был на троечку. Во, вот это уже норм. Так, минус еще одного засранца. Нет, не норм, не норм. Я не могу попасть в этого засранца с вертолета, боже мой. Это было нелегко. Так, минус. Бум. Я взрываю пукан. Да что ж ты вертишься? А если я буду просто стрелять в центр? Может быть, меня он на вертолете сам просто наведет на них и все? Было бы круто. А им? О, им! Так. Загандонили последнего и предпоследнего, и вернее последнего. Так, хорошо, хорошо, что у нас? Ой-ой-ой, ты на моей территории, урод, сейчас упадешь. Да кто же упадет, так это только ты, пупсик. Так, трипл килл. Так, теперь ты сам по себе. Удачи, братюня. Спасибо, спасибо, Лэнс Вэнс. Я запомню твою помощь и обязательно укажу это в резюме. А чё я не могу выйти-то? Эй! А, во. Так, что теперь мне надо загандонить? Забрать чемодан с денежками на крыше. Кто в меня стреляет? Кто в меня стреляет, мазафака? Так, это что, у меня дробовик, что ли, или что? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как... Ой-ой-ой, так, это вообще... Это дикость. Где, где, где? О, да. Замечательно. Так, я помню, что кто-то мне писал про аспирин. Это чит-код. Но единственный чит-код, которым я здесь могу пользоваться, это, ребята, не на жизни, не от ментов, а на оружие. Но я его, к сожалению, не запомнил. Вы мне его тоже, по-моему, написали. Так, кто в меня стреляет? Опа! Перепрыгнул. Так, здесь никого нету. Хорошо, хорошо, хорошо. Кто? Этот мудак стреляет через крышу? Вот это да. Отец, ты просто скел пацан, скел поц. Так, Лэнс Вэнс обратно за мной летит? Это хорошо, это хорошо. Это very good, motherfucker guys. Так, чё, он меня так быстро забрал и отвез. Задание выполнено, 2000 кусков. У меня снова появилось у я не помню, кто там... А, Эйвори на буковке Э, но я сейчас снова у Диаса миссию продолжу, которая называется «Самый быстрый катер, бич, мазафака». А как вам это нравится, а? Эй, поаккуратней с этой штукой. Голуби больше не будут срать на мою тачку, да, Томми? Думаю, да. Ты чертовски прав. Послушай, ты в курсе, у кого самый быстрый катер на восточном побережье? Нет, не в курсе. У меня! И я хочу, чтобы так было и дальше. Каждый контрабандист отсюда и до каркаса мечтает только об одном — о самом быстром катере. Говорят, в лодочной мастерской как раз сделали такой. Для одного хрена из Коста-Рики. Томми, я хочу себе этот катер. А, я думал, что покончил с вами. Откуда вы взялись? Голуби! Ну-ну! Кажется, твои голуби... Я не успел прочитать, что его голуби, но мне нужно направиться в Вайспорт и угнать самый быстрый катер из лодочной мастерской. Я уже жду не дождусь, наверное, когда... Так, я лучше, пожалуй, возьму вот эту быструю желтенькую Ламборджини. Я так не знаю, как правильно произносится Ламборджини или Ламборгини. Буду произносить Ламба. А, это вообще Инфернус, поэтому будет правильно произнести Инфернус. Я уже жду не дождусь, когда откроется второй остров, потому что на втором острове есть аэропорт. А я, как и многие из вас, дорогие друзья, согласитесь, любили гонять на тачках в аэропорта GTA-шек. То есть самые отцовские — это, конечно, в GTA 4, потому что там очень хорошая управляемость у машины, она входит красиво в заносы. Это что, у меня типа второй остров открылся?
Да ладно, ребята! Ха-ха, крутяк! То есть, да, вот буквально 30 секунд назад я говорил о том, что, боже мой, когда же откроется этот хренов второй остров? И вот, Вайспорт доступен мне сейчас. Это уже хорошо, потому что я могу сказать, что... Так, а насколько я прошел игру, я, конечно, не знаю, где тут даже посмотреть. Статистика. Тут, наверное, нельзя посмотреть, насколько я прошел игру. Наверное... Так, арест 2. Меня всего 2 раза арестовали. Посещение госпиталя 0. Вернее, 1. Попадание в голову 3. Ежедневные расходы полиции. А при чем тут ежедневные расходы полиции, если это не мои деньги? Ладно. Так, судя по всему, здесь не показывают процентов, сколько у меня выполнено, ну, по прохождению игры. Может быть и написано, но мне впадло на самом деле ждать, пока там эти проценты появятся. И я уже прибыл в Вайспорт. И сейчас я практически... Опа, там что, меня кто-то ждет, что ли? Ой, мазафака, а что меня не предупредили, что здесь будут гости? Какого, мать твою, хрена? Так, найди рубин, чтобы опустить катер на воду. Не вопрос, Сквала. А в GTA San Andreas самый быстрый катер Jet Max, это я помню. Кстати, этот же Jet Max, он и в GTA 4 самый быстрый. Ну а в GTA 5 я не знаю, там, по-моему, тоже есть Jet Max. Да умри ты, СК. 10! Мать твою! Мать твою! Аспирин! Я должен был, ребят, это сделать, потому что мне на самом деле что-то впадло было сливаться. Вот, я, конечно, понимаю, что я, наверное, неправильно сделал, но я ж плохой мальчик, поэтому мне все можно. Так, кто у меня стреляет? Остался последний засранец, я не вижу, откуда он стреляет. Ах ты спрятался, засранец! Так, все. Вайспорт, Вайспорт центр. Вот, вот этот рубильник, и сейчас мы угоним катер, мазафака. Болик. Так, ну а сейчас, пока я поплыву к дяде Диасу, меня будут окружать куча катеров, это я помню. Блин, боже мой, вы что, вы когда-нибудь кончитесь, нет? Так, нет, еще не закончились. Ай, получай, я плечоху прострелил. Так, давай быстрее беги. Надо будет потом поменять как-нибудь раскладку клавиатуры, чтобы вместо правого шифта, я не знаю, например, левый шифт, потому что это намного будет удобней. Чё-то пока я не вижу никаких засранцев. А, я, в принципе, уже рядом с особняком. Это оказалось намного проще, чем я думал, но у меня все-таки 3 звезды. Ой-ой-ой, мне пукан начинает бомбить менты, это плохо. Это не есть гуд. Но я уже прибыл в особняк дяди Диаса. И это задание выполнено, бич. Классный катер. Розовый цвет, прям в стиле GTA Vice City. Задание выполнено. 4 куска мне дали. Ни хрена себе, мать твою. Какого хрена у Диаса в особняке гуляет личный коп? Круто. Так, собственно, что? Так, а здесь никак не пройти, и здесь закрыто. Ладно, пожалуй, тормознем в этом бассейне. Так, ответить на звонок. Ну, давайте ответим на звонок. Томми, это я, полковник Картас. Послушайте, сеньор, я считаю, что вы хорошо знаете свое дело, поэтому прошу, помогите мне. Буду ждать вас на яхте. Так, у меня доступны уже Картес и Эйвори. Ну, в следующий раз я начну... А я не скажу, с кого я начну. Поэтому спасибо большое, дорогие друзья, за внимание. С вами был Серж, с вами были покатушки в GTA Vice City. До скорых встреч.